укрываемся из этих обстоятельств. Серьезно. И заботы века сего, написано, и обольщение богатством, это как терновые шипы, которые рвут человеческую душу на лохмотье. Это очень серьезная проблема. Заботы века сего. Это диагноз серьезный очень. Серьезный. Это сродни зависимости алкогольной, наркотической. Но Иисус пришел освободить человека не только от греха, смерти, ада, дьявола, а именно и вот от этого состояния жизни. Вот что самое главное. Что Бог-то Он хочет в бытовом, обыкновенном, скажем, моменте, ритме каком-то, стабилизировать себя. Стабилизировать. Трудись, работай. Но самое главное, сердце, чтобы твое было чистым, свободным. И для другого, чтобы обязательно оставалось место. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, Бог – личность. И уже попозже будем говорить с вами, что Дух помимо... большой Бог. Бог есть Дух. Нет, есть большой. Бог продолжаем. Снимище. Бог есть Дух. Речь идет о том, что Бог это существо бестелесное. Здесь Иисус в этом тексте Евангелия от Иоанна, он как раз таки говорит, что у Бога есть качество. Качество – это духовность. Качество – это духовность. То есть, будучи бестелесным, он способен к тому, чтобы быть вездесущим, и, скажем, не ограниченным всеми условностями нашего мира. Но самое интересное здесь в том, что в Библии вместе с тем, что вместе с тем, что Бог описывается как духовное существо, есть встречаются еще свидетельства того, что Он, допустим, проявляет себя посредством каких-то, ну так скажем, чувственных органов. Вот, допустим, да будут очи твои открыты на храм сей днем и ночью, или вопль мой дошел до слуха его, из уст его огонь поедающий. Мы видим, что здесь есть глаза, есть уши. Вот такой парадокс. Помимо глаз и уш, у Бога еще ушей, да. Уши. Помимо еще этого, сейчас я покажу вам тексты, в которых встречаются упоминания таких частей тела. Лицо, 33 главе Исхода, одежды, недремлющие, нос, да, уста, язык, спина, руки, да, пес, сердце, нога. Все это называется, такое слово, если вы запишете, познакомитесь, все это называется антропоморфизмом. Антропоморфизмом. Части тела, ну, запоминать, духовного Бога. Запоминать это не надо. Это способ, если вы хотите записать как бы определение, что такое антропоморфизм, вот, способ объяснения характеристик Бога, способ объяснения характеристик и действий Бога в категориях человеческого понимания. Бог есть Дух? Да. Это духовное существо? Да. Бестелесное? Да. Ну а как тогда объяснить это? И вот мы видим, что люди, которые писали под водительством Духа Святого тексты библейские, они используют такие знакомые человеческие категории для того, чтобы Бога сделать более понятным, чтобы Бога сделать более доступным.
То есть объясняют Бога с использованием человеческих характеристик. Ну понятно, ну так скажем, понятно, в Боге этого нет. Ну а как тогда объяснить то, что, допустим, он видит, слышит, переживает, делает что-то, рука, допустим, там, указывает, как перст, спешит, как ноги. То есть вот его действия по отношению к человеку описываются самим человеком теми характеристиками, которые максимально человеку близки. Понятно? Это называется такой, такой способ называется антропоморфизм. Причем всегда в Библии встречаются те члены тела, которые отвечают за определенные действия. Ну, допустим, мы не встретимся с упоминанием о том, что у Бога есть печень, там, кишки, кости какие-то. То есть не просто так используются эти члены тела, а именно те, которые отвечают за определенные действия. Вот десница, допустим, да, Божья рука. Десница – это правая рука. В большинстве своем люди все правши. То есть что-то они делают правой рукой. Поэтому десница Божья – это способность Бога что-то делать. То есть вот он делал, активен. Он делает, как у человека активно что-то делает правой рукой, так и Бог своей десницей. О левой руке, допустим, ничего не говорится. То есть акцент именно на то, что вот он активен. Итак, про антропоморфизм мы с вами записали. А имеет ли ограничение, или так скажем, безграничный напишем, потому что так, дух безграничный. Так вот сделать, чтобы более лучше видно. Как дух, он безграничный. Он бестелесный, мы с вами написали, он безграничный. В диалоге с самарянкой Иисус говорит, вы поклоняетесь на одной горе, мы поклоняемся на другой горе. Сакральное место не имеет, по большому счету, никакого значения, то есть это не привязывает сакральное место, не привязывает Бога географически, территориально. Почему? Он есть Дух. Соответственно, Он больше всех сакральных мест. Он больше храма, потому что не в храмах рукотворных живет. Он больше каких-то религиозных зданий, его небеса, небес его не вмещают. Где обитает он? Сказано в Писании. Обитает с сердцами сокрушенными и смиренными. Если есть вот эта характеристика у Бога, то значит я могу прийти к нему, не обязательно поехав, допустим, в храм Христа Спасителя в Москве. Не обязательно посетить именно там евангельскую церковь, дом молитвы. То есть я могу приступить к Богу в любом месте, где я нахожусь. А единственное условие – это состояние моего сердца, чтобы оно было в состоянии поклонения, чтобы оно было открытым для Бога. И так как Бог есть Дух, то поклоняющиеся Богу, он скажет, должны поклоняться внутренне, и поклоняться в истине. То есть делать это не ложно, делать это не в религиозном формализме, делать это не номинально, но делать это искренне. Делать это искренне. И искреннего сердца не презрит Господь. Вот такая вот особенность. Конечно же, сейчас для нас уже кажутся такими априорными, такими бездоказательными истинами, но на тот момент для евреев, когда Иисус заявляет об этом, это как гром среди ясного неба, почему у евреев есть храм. Храм – место поклонения. Православных тоже. Ну, у них несколько храмов, так скажем. Ну, у тех один. У евреев был один храм. Один храм, в которые они должны были прийти и приходить как минимум 3 раза в год. И именно там приносились жертвы, и именно там было сосредоточено максимальное присутствие Бога, и именно там они рассчитывали получить прощение своих грехов. Вот так.
То есть у них была четкая привязка территориальная к месту, место поклонения. Когда в свое время, в 70-м году, после Рождества Христова, храм был разрушен римлянами, евреи утратили это сакральное место и, соответственно, потеряли одну из основ своей религии. Как же поклоняться Богу, как же приносить жертву? Они встали перед большим, так скажем, вот, большой вакуум образовался, тупик. Но христиане уже как 40 лет шагнули, скажем так, вперед, и они уже вот, жили в новом формате. Уже не в конкретном месте, вот, но на месте любом, вот, собравшиеся могли поклоняться Богу. То есть как будто получили карт-бланш такой своеобразный, как будто получили преимущество духовное. Бог действительно для христиан стал более доступен и близок. Следующее. Бесполы. Бог есть дух, а значит Бог бесполый. Но вместе с этим мы видим, что используется. Я просто пример приведу. В Питере был давно уже, и мы зашли в одну, ну как бы церковь. Мы не знали, кто это, мы еще молодые были, но я имею в виду в Христе. И там нам пришлось быть на учении на этом. Там был Бог-Мать и Библия такая у них такая. Мормоны. Это были мормоны. У мормонов действительно такое искаженное представление о Боге. У них есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Мать. Тоже три един там. Своеобразная, да. Семья богов у них, да? Семья, да. Семья богов. Вот, и каждый человек в дальнейшем, ну, после смерти, имеет возможность стать тоже Богом, иметь свою планету, вот такое учение своеобразное. А Библия говорит о том, что Бог есть Дух, и Он не имеет гендерных каких-то отличий. Но таким образом он отличается от языческого представления. Язычники что делали? Слово такое скажу. Экстраполировали. То есть проецировали вот, человеческие характеристики на область потустороннюю. То есть на создавали богов. То есть все языческие боги – это экстраполяция чего? Страхов, ожиданий, представлений, предубеждений, переживаний, то есть всего как бы внутреннего мира человека он экстраполирует и создает образ, наделяет его такими характеристиками, которыми прежде всего обладает сам. Ну и в результате мы имеем такие пантеоны богов, как, допустим, в Древней Греции, в Древнем Риме, где боги порочные, вот, сами могут там заниматься прелюбодеяниями, и пьянками, и всеми другими такими, как говорится, пороками, которые присутствуют в человеческом обществе. Почему? Потому что испорченное грехом человеческое сознание может создать только что-то нечистое, что-то несовершенное, несвятое. И библейский Бог отличается вот в этом плане от языческих религий, что он не имеет ни женского начала, не имеет начала как бы мужского, он как бы вне гендерных вот этих отличий. Вместе с тем, по отношению к Богу используются местоимения мужского рода. Местоимения мужского рода. Но они указывают не на пол, а указывают на то, что Бог есть личность. Интересно, что в Библии мы встречаем черты и женские, которые приписывают Богу. Допустим, рождение. То есть вот сказано о Боге, что Он родил Израиль. Как женщину рождает, Он родил. Забота, ношение ребенка. Но скорее эти характеристики помогают описать отношение, заботливое, нежное, любящее отношение Бога к своему народу, к человеку, и вот через пример, как мать относится к своему дитя.
Но вместе с этим очень интересно, да, сказано у Исаии, что если даже мать оставит свое грудное дитя, я тебя все равно не оставлю. То есть случаи такие бывают, ну, в жизни таких вот людей, когда происходят такие трагедии, а Бог говорит, что я, несмотря на ни на что, то есть даже если мать оставляет, то я тебя никогда не оставляю. Преимущественно, конечно, используются и мужские местоимения по отношению к Богу, и мужские какие-то определения. То есть он назван как отец, царь, судья, Бог. Помогает это все человеку определиться прежде всего с тем, что он есть личность, и у него есть определенные характеристики. Ну, понятно, что он не является ни мужчиной, ни женщиной, то есть он не человек. Это в человеческом роде есть вот эта поляризация полов, вот, а в Боге этой поляризации быть не может, как бы нет его начала, вот, ни мужского, ни женского. Следующее, как дух он невидимый. Невидимый. Как дух он невидимый. Назван он так. Бога не видел никто никогда. Невидимое его божество, царю невидимому и Бога невидимого, в общем, невидимое. Приходит один, ну такая легенда есть, как один римский император вот, попросил одного из учителей христианских показать ему Бога христианского. Где ваш Бог? Вот вы собираетесь, то есть проблема восприятия язычников христианской веры была в том, что у христиан отсутствовало видимое изображение Бога. Видимое изображение Бога. Таким образом, они, христиане, продолжали исполнять заповедь, что не сотвори себе ни кумира, ни изображения. И в языческом мире это было чем-то аномальным. То есть люди вокруг них жили, у них были нормальные классические там башки, да, такие. Туканы, башки, видимые изображения, статуи какие-то. Вот этот бог, вот там Аполлон, это Афродита, это Астарта, Ваал. То есть вот там, как, где твой бог? Вот. Помните, допустим, как Иаков убегал из дома Лавана, да, со своими женами и... Рахиль взяла. Там названы они Терафимы, это такие домашние башки, такие небольшие, у своего отца. И того это как бы очень отца сильно напрягло, потому что он как бы был к ним неравнодушен. То есть он как бы считал, что они приносят благосостояние его семье, его дому. А у евреев, допустим, был строгий запрет. Нельзя Яхве изображать. Почему? Ну потому что Бог есть дух. Как ты изобразишь что-то духовное? Невозможно. Невозможно облечь, вот как мы пытались нарисовать с вами животное, невозможно изобразить того, кто не имеет аналогов в этом мире. То есть вот, создать чебурашку мы можем только с использованием тех элементов, которые есть у других каких-то существ. Любое фантастическое чудовище, которое показывают в фильмах или в сказках, оно имеет какие-то элементы. Хвосты, руки, ноги, зубы, плавники. В общем, что-то человек всегда будет оперировать аналогиями, аналогично. Как он видел, как он где-то, скажем, подмечал, это отразилось в его подсознании, и потом он это начинает уже моделировать. Но Бог это уникально сложное такое существо для человеческого восприятия, и аналогов его в мире нет. И, соответственно, Бог запрещает изображение. И иудейская культура и религия становится в результате аудической. Это не сложно сейчас? Аудической. То есть культура восприятия информации через слух. Слушай, Израиль, Господь, твой Господь един есть.
Израиль выстраивает свое представление о Боге не через то, что видит, а через то, что слышит. Слышит. Поэтому на первом месте что звучит? Пророчество, учение, проповедь. Вот такие вербальные способы для того, чтобы донести духовную информацию для слушателя. Так живут евреи. Это они передают в наследство христианам. Поэтому мы с вами не смотрим, а слушаем. Даже проповедь, то есть вы смотря, все равно вам самое приоритетнее, что звучит. Конечно, фон идет, там, скажем, телодвижение проповедника и какие-то его там жесты, все остальное, но главное это начинка. Главное это содержание. Евреи, они жили в такой культуре. Культура грека была такая, визуальная, языческая, визуальная. Через рассматривание творений вот, они приходят к определенным выводам. То есть они созерцают миросозерцание. То есть они наблюдают, смотрят, и у них появляются такие понятия, как эстетика. Допустим. То есть они выделяют нечто, там, скажем, понятие красоты, какой визуальный. То есть для них главное увидеть. Они вкладывают себя как творческие личности вкладывают во что? В искусство, в скульптуру. То есть вот создают это. И для них боги это то, что можно посмотреть. Вот поэтому они строят монументальные храмы, делают там вот эти все уникальные такие статуи богов, вот, полубогов, вот, обожествленных людей, императоров. Но это совсем другие плоскости. Другие плоскости. Бог говорит, несмотря на твое воображение, какое бы оно ни было бы, там, скажем бы, творческим, ты не можешь меня никак изобразить. Почему? А Бог знает, что человек до определенного уровня развития мыслит образами. Он не мыслит абстрактно. Образное мышление – это мышление человека, ну, маленького еще. И в принципе, человечество вот на том уровне, о котором я говорю, уровень, там, допустим, до воплощения, там, до первого века и чуть дальше, там еще пока языческие были эти времена, оно было вот на уровне вот младенчества. Такого младенчества, детства, то есть им нужно было мыслить образами, нужно было смотреть. Как ребенка в школе учат считать на палочках, так и тем нужно было что-то увидеть, посмотреть. Картинка была какая-то нужна. Евреи, они были более, так скажем, прогрессивными. Им не нужно было смотреть, они уже имели особое откровение в виде Торы, они имели пророчество, они имели учение. То есть они уже имели возможность более лучше оперировать абстрактными понятиями духовными. А мы имеем облако среди детей. Облако это просто говорится о том, что их много. Ну как вот вокруг себя. Свидетелей. Людей, которые наблюдают за нами. Которые умерли во Христе и ждут, когда мы совершим свое поприще. Вокруг себя имеем. Там образ стадиона. Вот. Поэтому бегите, он говорит. Совершайте свое. Поприще, да, совершайте свой завет, потому что на вас, как на стадионе, пристанище, потому что на вас, как на стадионе, вот, смотрит облако свидетелей вот, вокруг. Людей, о которых там написано было в 11 главе, где вы их вот. Итак, не делай себе кумира никакого изображения. Соответственно, вот Бог есть Дух, и Он дал людям возможность коннекта с собой посредством слова. Ну, запретил всякое изображение. Почему? Потому что фантазия человека безгранична. И один нарисует одно. Вот вы видели, когда изображение Иисуса? Ну, разные они. Ну, общие есть какие-то. Как женщины. Черты какие-то общие есть. Как только его не рисуют. Эти протестанты по-своему, католики по-своему, православные по-своему. Вариантов много. Вот там, ну, вообще все, что связано с духовной реальностью,
Вот. Человек рисует в каком-то своем таком представлении. Вот. Ну и когда римляне разрушали храм в 70-м году, они врываются во святое святых в надежде увидеть там ну, все что угодно, вплоть до головы осла. Какие-то такие, значит, некие представления, кто же там. Но самое, как бы для них было просто шокирующе, то, что там никого не было. Ну, ковчег стоял, стояло два херувима по краям. Никого, никакого изображения. И поэтому Бог евреев остался для них, своеобразной загадкой. Павел скажет в Деяниях, в 17 главе, в Афинах, в Ареопаге, да? Он скажет, что я вот тут ходил у вас по городу и увидел вот, памятник неведомому Богу. Вы его не отрицаете, так скажем, в существовании, но как он выглядел, этот памятник, мы не знаем. Но есть с точки зрения какой-то неведомый Бог. А неведомый — это значит, который не подлежит изображению. Вот. То есть, который не под... значит, что не подлежит? Почему изображению? Аналогов нет. Невозможно его не нарисовать, невозможно его слепить. То есть, как бы, на какой аналогии? Невозможно. И значит, идолопоклонство любому кумиру изображению запрещено. Хорошо. Вместе с этим интересные есть тексты. Вот Бога никто никогда не видел, но мы видим такие тексты, как «Видел я Господа, сидящего на престоле», Исаия скажет. Даниил скажет: «Были престолы, и воссел ветхий днями». У Иезекииля: «А над подобием престола было как бы подобие человека верховного». Ну еще можно найти. «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу». Лицом к лицу. «Ты увидишь меня сзади, говорит Бог Моисею, а лицо мое не будет видимо». Ну и в Новом Завете мы читаем с вами: «Бога не видел никто никогда». Это не, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Вот такой парадокс. То есть, с одной стороны, мы видим, что Писание говорит, Бог есть Дух, Бога никто не видел оптически. А вместе с этим мы видим такие свидетельства. Как «Видел я», Исаия говорит, «Моисей с лицом к лицу», «Иезекииль видит нечеркнейкое подобие», «Даниил видит, как подошел Сын Человеческий к ветхому днями». Как же это объяснить? И есть такое понятие в богословии, как теофания. Тоже слово может быть новое для вас. Теофания. Теофания – это богоявление. Переводится с греческого «богоявление». Теофания. Это такой феномен, когда Бог дает себя пережить на чувственном уровне. То есть, зная слабость человека и зная потребность человека в чувственном восприятии, он идет, спускается на его уровень и дает человеку себя действительно оптически, так скажем, лицезреть. Но везде, где мы видим такие вот, такие ситуации, мы везде будем практически встречаться с таким уточнением, что как бы подобие какое вот. То есть примерно что-то. Примерно что-то. Итак, Бога, который есть Дух, мы не можем увидеть, но для Бога невозможного нет, а значит, Он сможет в своем всемогуществе, вот, в своем, ну, так скажем, в своей, ну, да, в своем всемогуществе, если он все может, сможет сойти на ступеньку человеческой немощности и дать себя пережить на чувственном уровне. Поэтому люди что-то такое подобное видели, вот, фиксировали это,
Но это не говорит о том, что у Бога есть конкретно какое-то физическое тело. Когда Бог входит в пространственно-временной континуум, так скажем, или дает себя в этом пространственно-временном континууме пережить, то это явление будет называться теофания. Когда, помните, тот же самый ангел Господень, допустим, появляется, Гедеон его видит, и потом как бы падает уже от испуга, что он видит Бога. Или, допустим, Маной, отец Самсона, с женой тоже видит ангела Господня и говорит: «Мои глаза видели Бога, я умру». То есть мы видим что-то такое сверхъестественное, духовное что-то. Итак, Бог есть Дух. Записали. Хорошо. Следующая у нас с вами будет небольшая тема. Следующая — это святость Божья. Назовем так ее. Святость Божья. Святость Божья. Святой по отношению к Богу — это, наверное, одно из самых часто употребляемых определений. То есть какой Бог? И мы сразу как бы автоматически говорим «святой». Это слово, которое максимально часто используется в Священном Писании в привязке к Богу. Бог святой. Бог святой. Слова и на иврите, и в греческом Новом Завете передают прежде всего идею отделения. Зафиксируйте у себя, что святой — это значит отделенный. Святой, Бог святой — это значит прежде всего отделенный. Mm-hmm. Вот как. То есть какой Бог? Святой. Что это значит? Отделенный. Mm-hmm. Отделенный от чего? Отделенный от чего? От всех. Прежде, первое. Отделенный от всего творения. Отделенный от всего творения. От творения. Отделенный от всего творения. Отделенный от всего творения. От всего творения. И второе. Отделенный от всего греховного. Отделенный от всего греховного. От всего греховного. Надо каким-нибудь этим листом прям. Да. Можно убийство совершить. Боже мой. Боже мой. Загубили. Кровососущее, да. Отделен от всего творения. Ну вот, есть все творение, будь то животные, природа, человек. От всего этого Бог отделен. Почему? Все вокруг, то, что мы видим, и мы сами, мы не соответствуем Его величию. То есть Бог святой — это значит бесподобный всему тому, что мы видим в себе и вокруг. В себе и вокруг. То есть Он все творит? Творит. Но все то, что Он творит, не является условиями Его обитания. Он может существовать без всего, что Он творит? Может. А вообще Бог существует, как вы думаете? От начала сущий. А? Конечно, существует, раз Он нас сотворил. Чтобы существовать, необходимы определенные условия, чтобы соответствовать понятию существования. Эти условия. Пространство, время и материя. Любое, ну так скажем, любой предмет, любая вещь, все что угодно, существует в рамках этих условностей. Любое. Живое или неживое. Вот. Или муха, все что угодно. Подвержено этим ограничениям. Пространство,
время, материя. Бог подвергается этим условиям ограничения? Я думаю, нет. Нет. А соответственно, он не существует. Какому человеку существует? Он не существует в том понимании существования, которое есть у нас. Которое мы понимаем. Мы существуем в тех условиях, которые созданы для нас Богом. Но эти условия не ограничивают Бога. Поэтому существование, сущность нашего бытия не является сущностью бытия Бога. Ну это уже так немножко я вам перекрутил. Вот. Нормально, пожалуйста. Нормально? Тут мысли, да, поменялся. А что же тогда мы к нему можем, ну, как бы, такое, такое объяснение к Богу отнести? Если он вне нашего существования, то тогда он бытийствует в вечности. Вечность тогда становится альтернативой вот этого дварного существования. Понятно? Итак, есть три основные условия, или, так скажем, три основные категории, в которых все тварное находится. Пространство, время и материя. Это несложно запомнить. Вспомните первый стих Библии. Первый стих Библии как звучит? Бога было слово, слово было Бог. Нет, это вы говорите в Евангелии от Иоанна. В начале Библии. Первый стих Библии звучит так. Вначале сотворил Бог небо и землю. Итак, первое, что создал Бог? Землю. Открывайте себе Библию. Открыли? Начало положил. Что первое, что сотворил Бог? Еще раз. Смотрим в текст. Первое. Небо. Первое. Что сотворил Бог? Начало. Что же это будет? А. Время. Время. Бог сотворил точку отсчета. Архе, так называемое. Нарисуем его здесь. Архе, начало. В начале. Вот без этого начала Бог был как Бог был всегда. И каким он называется? Он безначальный. Вот Бог, он безначальный. А все остальное, оно начально. Личность ваша начальна, но она какая? Не бесконечная. Она наоборот, она бесконечная. Бесконечная. Нет, она не вечная. Вот давайте сейчас с вами разведем, чтобы у вас в голове все встало на свои места. Вечный только Бог. Все остальное начально. Если я начален, то что мне от Бога дается? Возможность быть бесконечным. Я как личность не уничтожим. Значит, я вхожу в его вечность и могу быть каким? Бесконечным. Я и так бесконечен. Все вы бесконечны. У вас нет конца. Летальный исход физически, он не поставит точку на вашей личности. Иисус говорит, бойтесь не того, кто может погубить тело. Вы умираете физически, вы не умираете как личность. Личность – это неуничтожимая составляющая человека. Ее нельзя просто взять и стереть пластиком. Она будет всегда. Только это всегда, оно будет связано с правильным вашим определением. Вот как вы говорили до обеда, если ты выстраиваешь отношения с Богом, то твое всегда будет с Богом. Если ты выстраиваешь отношения с самим собой и с другими, ты останешься самим собой. Вот так. Но ты будешь всегда. Итак, Бог творит первое. Это начало. Бог творит время. Отправная точка. С этого момента начинает появляться тварная действительность. Дальше читаем. Вначале сотворил Бог что? Небо. Что это? Материя. Пространство это. Пространство. Он сотворил пространство. Вот оно. Ты смотришь во Вселенную, да, пространство, и ты понимаешь, что Вселенная какая? Бесконечная. Безграничная. Границ нету.
И никакой телескоп, ни Хаббл, никакой другой не может найти конца Вселенной. Вселенная, галактика сменяет галактику. А где-то есть конец. Вот я в свое время, что еще в молодости, когда еще был таким, может, там, ребенком, думал, ну где-то же, думаю, вот есть там раз, вот и оно. И заканчивается все. Нет. Как-то мысль моя туда уходит, уходит, убегает, я помню, убегает. И там, и там, и там, и там нету, и там, а там что, и там. И такое-то получается настолько огромно, настолько безгранично, что, опять-таки, это все лишь в малой степени напоминает о величии Творца. Что если вот это пространство, которое мы пытаемся умозрительно охватить, оно безгранично, то что больше, то насколько больше этого Бог. Представляете? То есть Он сотворил вот это и лишь только в малой степени дал немножко так человеку понять, кто такой стоит за всем этим. Что если мы не можем измерить галактики тварные с небесными телами, звездами, планетами, там, метеоритами, то куда более Бог. Да. Итак, сотворил небо, пространство, и дальше уже материя. И дальше материя. Итак, время, пространство, материя становятся тремя условностями, в которых обитает все мироздание. Ну, это как ну, находится, помещено оно. А те ограничения, это плохо? Нет. Лишь только благодаря ограничениям все начинает быть, бытийствовать, быть, существовать. То есть бытийствует все в этих рамках. Убери эти рамки, бытие твое рухнет. Ты не можешь быть вне пространства, ты не можешь быть вне времени, ты нуждаешься в материи. Все, любая вот, дерево, любая муха, вот, живое, неживое. Напоминаю. Все об этом говорит. А Бог, в свою очередь, от всего этого отделен. Он кадош. Слышали такое слово на иврите? Кадош. Иегова кадош. Святой. Святой. Кадош отделенный. Кому уподобите меня? И с кем меня сравните, скажет он. Второе. Бог отделен от всего греховного. То есть от всего, что не соответствует его святости, его нравственной природе. Его нравственной природе. От всего этого Бог отделен. То есть Он не искушается злом, сам никого не искушает. Он не аккумулирует ничего плохого, не создает ничего негативного, то есть Он есть свет, нет в нем тьмы. И Он радикально отделен от всего того, что вот может быть как-то посягать на его святость. Он не просто теоретически отделен от всего греховного, но история человеческого рода показывает, что отделение Бога от всего несоответствующего его святости связано с выражением его негодования. Несмотря на свою долготерпеливость и милость, несмотря на свою любовь, у Бога есть устойчивое противление ко всему греховному злу. И, соответственно, мы видим, первое, как он сильно не любил бы Адама с Евой, он выгоняет их из рая, он их отделяет от себя. Затем он использует потоп. Затем он разрушает Содом и Гоморру, и на протяжении всего повествования библейского мы видим, что Бог очень ревностно относится к своей святости, и каждое посягательство на его святость проецирует Божий гнев. Обратно использует Божий гнев. То есть Бог отделен от всего греховного, но не пассивно, а Бог отделен от всего греховного, активно изливая свой гнев. А
активно избиваясь своих нет. Гнев Божий – это средство защиты Божьей святости. Бог свят, и ничто к нему не приблизится. Поэтому, если человек находится в состоянии греха, это может быть активное или пассивное состояние, то в свой адрес он постоянно получает Божий гнев. Он находится под Божьим гневом. В Новом Завете сказано, что Иисус нас вывел из-под Божьего гнева. Все, кто находятся вне Христа, они попадают под Божий гнев. Это очень серьезное заявление. Вот, и люди не могут находиться где-то посередине. А вот Второзаконие, 28 глава с 15 стиха, она распространяется на людей, которые не познали Иисуса Христа как Господа и Спасителя? Смотрите, здесь вопрос такой. Кто является источником проклятия? Написано, я прокляну. Если не будете искать моего лица, я прокляну. То есть Бог является источником проклятия. И источником благословения. Не может, да. Но люди, которые... Это же вот Ветхий Завет. Не может быть. Он проклятие благословения, и знал, что источника не может и то, и другое. Бог как огонь пожирающий, как милующий и так далее. Все его. Вот смотрите, да. Мне просто интересно. Смотрите. После совершения грехопадения Бог говорит, проклята земля за тебя. Грех несет проклятие. 28. Грех несет за собой проклятие. Проклятие наступает вследствие греха. Но тот, который допускает проклятие, это Бог. Прокляну до четвертого рода и благословлю до тысячи родов. Дьявол источник. Вот это нужно понять для себя и где-то надо внутренне как бы освободиться от стереотипа. Дьявол не проклинает. Источник. Дьявол не проклинает. Нет ни одного текста, где дьявол бы проклял. Ни одного. У него другая специфика его работы. Другая. Проклятие это... Стоп. Противоположность благословения. Есть благословение, которое приходит от Бога в результате чего? Соблюдения человеком заветных отношений. Пока человек находится в заветных отношениях с Богом, он может рассчитывать на его благословение. Бог покрывает землю благословением. Бог восполняет человеческие потребности, пока человек верен заветным отношениям. Как только человек выходит из заветных отношений, как только человек выходит из заветных отношений, он попадает автоматически на территорию проклятия. Все. Это 28 глава. Перед тем, как прозвучал текст в 28 главе, Израиль разделился на две части. Одни встали на горе Гевал, другие встали на горе Горизим. Одни произнесли проклятие, другие произнесли благословение. Есть территория, таким образом, как будто Бог показал, территория благословения, а есть территория проклятия. Если ты будешь соблюдать мои заповеди, уставы и повеления, то ты можешь рассчитывать на благословение везде, во всех сферах своей жизни. Если ты не будешь соблюдать их, ты автоматически приобретешь что? Проклятие. Вот. И Бог в этом случае, смотрите, проклятие – это деструктивное состояние. Как человека, так и той местности, где находится этот человек, где находится этот богоборец. То есть он автоматически приносит это состояние с собой. Бог допускает проклятие. Для еврея, строгого монотеиста, не существует другого источника, который был бы ответственен и за добро, и зло. Иов об этом скажет. Если мы доброе принимаем от Бога, то почему мы не должны принять и злое? Для еврея этого периода не существует вообще полноценных знаний о дьяволе. Он вообще с этой личностью слабо знаком, практически не знаком. Почему? Да если он получил бы достаточные знания, то, живя в политеистической среде, они были бы склонны к многобожию. А им нужно было твердо верить, слушай, Израиль, Господь твой, Господь един, есть.
есть только один Бог. И от этого одного Бога для израильтянина в Ветхом Завете исходило и проклятие, и благословение. Вот так. То есть это было строгое такое монотеистическое учение, которое, которому Бог и приучал. Проклят взял висящий на древе и взял проклятие закона. Да? Взял клятву, проклятие закона. Вот по закону человек вне завета — это человек, попадающий под проклятие. Проклятие допускает Бог. Да. Без Иисуса Христа ты живешь в проклятии. Ну, просто я так понимаю, да, что ты, не выбирая Бога, сам по себе выбираешь жить в проклятии. Дело в том, что ты, смотрите, пока нет Бога, ты, грубо говоря, находишься в проклятии. Ну, так понял. Вот и все. Вот ты, пока нет Бога, ты не просто ты хороший человек, ты проклятый человек. Еще учили человека, это Бог создал проклятого человека, что ли? Все, что создал Бог, весьма хорошо. Это первая, вторая глава Бытие. Третья глава, мы видим, совершается грехопадение, и Бог говорит: проклята земля за тебя. Теперь ты в проклятии будешь много работать, и на выходе будешь иметь мало. Это то, о чем мы говорили до обеда. Вот. Женщина в этом состоянии будет воспроизводить новую жизнь в болях и муках, а земля будет вместо плодородных, так скажем, ну, там где есть, будет порождать вот как вот, за что мы посмотрим. Вот они. Чертополов. Вот это вот результат. Вот же, там же это же не говорит, что это Бог. Еще раз. Тоже. Кто проклял Адама? Выгнал еще раз. Из сада. Бог, смотрите, здесь важно понять, вам нужно понять, что вы не путаете проклятие, которое идет как альтернатива благословению, и проклятие просто вас на рынке прокляли. Да. Кто-то просто вас послал, грубо говоря, вот, и что-то наговорил вам. Это совсем другое. Вот. Там по-другому. Совсем другое. Вот Бог так не проклинает человека. Не проклинает. Бог источник благословения. Благословение. Но появляющийся грех разделяет святого Бога и творения, разделяет Бога и человека, и в результате вот на этой территории, отделенной уже от Бога, уже не действует благословение Бога во всей полноте, а начинает уже проклятие действовать. Вот. Бог же потопил мир. Потоп. Дим. Это то же самое, вот этот цветок. Ты живешь там, и его не поливаешь. И ты не поливаешь его, он засохнет. Но если ты его возьмешь и принесешь к себе дом, и будешь заботиться о нем, он будет жить. Я не про территорию. Когда про территорию, понятно. Так. А то, что от Бога исходит вот это. Я вот это не исходит, не а допускает. Контролирует. Не допускает Бог. Он не может это допускать. Ну потом, хорошо. Потом. Потопил. Хорошо, Бог. Допустим, хорошо, Бог заключает с людьми заветные отношения. Вот, допустим, Ветхий Завет, вот, Завет при Синае. Заключил он с ними завет? Заключил. А основанием завета что стало? Стали заповеди. Закон. Ну, заповеди стали, закон. И та кровь, которая была пролита посредством жертвы. То есть завет, заключенный при жертве был. Мы тоже завет. При Синае, да. Завет был заключен, все. Со своей стороны Бог все сделал. Да. Для евреев. Да? Да. Дал им обетование, ввел землю обетованную. И вот там же написано. Выбери жизнь или смерть. Проклятие или благословение. Но я рекомендую тебе выбрать жизнь. Выбери. Если как, в чем будет этот выбор выражаться? В том, что люди будут соблюдать заповеди и уставы Божьи. А человек, который не соблюдает заповеди и уставы Божьи, попадает в деструктивную, так скажем, атмосферу, попадает в образ жизни, но который можно назвать словом проклятие. Понятно? Это болезни, вот эти, все вот эти проблемы, которые были у евреев там,
с язычниками, там, все вот это, все вот эти вот, как скажем, бойски. Следствие. Да, как следствие. Ну это же не Бог допускает. Ну, самовогущий. Допускает, смотрите. В нем этого нет, он не может это допускать. Хорошо. Ты знаешь. Ну как огонь пожирает. Хорошо. Бог, хорошо. Бог, предающий, что? Ну что? Хорошо, Бог. Если Бог, если Бог это не допускает, то это что тогда? Он же без определенный. Мы пытаемся только определить нашими словами. Если Бог этого не допускает, если Бог этого не допускает, то получается, что это создает сам человек. Территория следствия. Ну да, мы пытаемся объяснить. Вот, вы пытаетесь, смотрите, надо понимать для себя. Вы пытаетесь сейчас немножко вот взять и помыслить о Боге того периода, да, о котором мы говорим. Помыслить своим христианским, уже христианизированным мышлением. Вот, это другое совсем. Конечно. Вы мыслите как христиане. А мы говорим с вами о примерах текстов, которые имеют отношение к иудейскому монотеизму. Для евреев, я же вам говорил, существует единое начало, один Бог. Один Бог – источник всего. Иов говорил, и злое, и доброе, все от Бога. Вот так. Все он. Он контролирует все. Иначе, как бы получается, что что-то выходит из-под его контроля, под угрозой его всемогущества. Если он всемогущий, то он контролирует все. Значит, он допускает вот именно. И вот это с определенными целями. Но надо для себя усвоить следующую истину. Смотрите, вот что принцип вот этот, верности завету, остается и в новозаветное время. Что если человек не верит своим обязательствам по той договоренности, которую он принимает в отношениях с Богом, а вот в большинстве из вас все сейчас присутствующие подтвердили эти заветные отношения через водное христианское крещение, то есть вы это совершили, не соблюдающий свои обязанности, это выпадающий из договоренности. По определенным правилам вот, к такому человеку применяются меры. А можно спросить, а есть вот там законы, как всемирное тяготение? Где? Ну да. Прилепитесь и прилепится к вам. Где есть? Ну вот создал, наверное, законы какие-то. Конечно. И живем по этим законам. Конечно. Создал все законы. Ну вот, наверное, законы есть, как всемирное тяготение. Есть закон следующий, есть закон следующий. Есть закон следующий. Бог заключил с человеком новый завет. Ценой собственной жизни. Ценой жизни собственного сына. И он сделал на кресте все и сказал, свершилось. Он все сделал от себя. Теперь от кого ожидается действие? От нас. Вот если я не верен заветным отношениям с Богом, то я выпадаю из заветных отношений. И куда я попадаю? На территорию. Я попадаю в проклятие. Да. Да. Попадаю в те состояния, из которых меня когда-то Бог вывел. Mm-hmm. Если я не верен своим обязательствам, то я хоть что там сделаю, но я не верен. Поэтому многие проблемы христианина сего, современного связаны с его неверностью заветным отношениям. Понимаете? Mm-hmm. Мы-то все думаем, что Бог должен сделать для меня. Так он уже все сделал. Я теперь должен делать. И когда я буду делать, в отношении меня благословение будет проявляться все больше и больше. Ну, да. А? Ну вы с кем-нибудь договор когда-нибудь заключали? Так это... Обыкновенный договор. Одно дело договор, другое все дело соблюсти. Я понимаю. Ну, с вами заключает заказчик договор, слово, в котором написано, ответственности стало написано в договоре. Ответственности с того, права и обязанности. Вот так все распределяется. Вы со своей стороны обязуетесь вот это сделать, и у вас есть права определенные. Возлюби ближнего. У заказчика есть тоже определенные права, есть обязанности. В случае написано несоблюдение одной из сторон условий договора, да, то будет применен какие-то определенные санкции. Закон. Вот так. Это договор. Вот заветные отношения. Это нечто подобное. Почему подобное? Потому что завет это не совсем договор. Вот вы заключаете договор как равный с равным, как минимум человек с человеком, а завет это договор неравного с равным. То есть это договоренность большего с меньшим.
причем больше идет на уступки, сразу же, автоматически. Вот это понятие завета. Бог идет на уступки и делает со своей стороны все. Мы же по-разному все ведем. Хорошо, двигаемся с вами дальше. Мы в теме святости. Итак. Божья святость проявляется в благословении его народа и в борьбе одновременно с ними по причине их мятежности. Прочитаем с вами стих. Исаия 63 глава. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились, огорчили Святого Духа, поэтому он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Вот, Дима, текст. Он одновременно и, написано, любил и заботился, но когда они возмутились и огорчили Святого Духа, что он стал делать? Он пошел жаловаться кому-то. Нет. Он обратился в неприятелей их и сам воевал против них. Мне важно, чтобы себя вы именно вот этот момент усвоили очень хорошо. Поэтому вопрос. Помните ли вы такой текст, как Иоанна 3:16? Все помнят? Да. Скажем его вместе вслух. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий не погиб». Все этот текст знают, да? Все его экстраполируют на себя, накладывают. Всем он нравится, верно? Хорошо. Теперь должны вы мне процитировать из этой же главы стих 36. Не надо подсматривать. Вы же сейчас ловко процитировали 3.16. А 3.36 сможете? А? Нет. Нет. Не подсматривайте, я сейчас вам процитирую. Слушайте внимательно. «А неверующий в Сына Божьего не увидит жизни вечной, но гнев Божий пребывает на нем». Вам нравится этот стих? Не очень. Вы же его не выучили, как это 3.16. А почему? А вот у нас такое избирательное понимание Евангелия, фрагментарное. Мы хотим, чтобы Бог нас любил, умирал за нас и нас прощал. Но в этой же самой главе, написано, а что кто не верует в Сына Божьего, жизни вечной не увидит и не просто останется при своих, а гнев Божий пребывает на нем. Вот так. Да. Бог есть любовь. Да. Но также Бог и есть огонь поедающий, Бог ревнитель, Бог мститель и Бог каратель. Это имена, которые написаны в Библии Бога. Вот такой Бог, который не потерпит рядом с собой ничего нечистого, скверного и противозаконного. Он не боженька, который простит грешки ваши. Не потерпит, он же грешников любил тоже, и принимал их, и общался с ними. Поэтому он, это, в этом и благодать. Он грех не потерпит, а не грешник. В этом и благодать. Я понимаю. Но вопрос еще другой задает. Что он, несмотря на то, что грешника нужно уничтожить, он грех не терпит, он идет навстречу грешнику. И написано, что Сын Божий выводит нас из-под Божьего гнева ценой собственной жизни, заслоняя собой излияние Божьего гнева. А он остается справедливым. И становится искупительной жертвой. Предал себя в жертву умилостивления. То есть вместо тебя, да, кто-то умер, то, что ты сейчас здесь. А потому что каждый должен был умереть. Каждый должен был умереть. И это несправедливость. Это данность. Это тоже проект данность. Вот как муху мы вот тут прищучили, вот так же, по сути, в глазах Бога. Вот. Человек, который ведет себя неадекватно. Неадекватно. И единственное, что в нас есть, и что является зацепкой, это образ и подобие нашего Творца, который в каждом человеке искажен внешне, но не уничтожен до конца. И который может быть восстановлен. Таким образом, можно даже записать с вами, что благословение народа Божьего и борьба с этим народом соответствуют природе Бога. Прям давайте запишем.
Каким образом? Благословение народа. И борьба с ним соответствует природе Бога. Соответствует природе Бога. Чтобы хоть такой вывод у вас остался. Соответствует природе Бога. Какой? Святой. Святой. Это вот нам очень важно понимать, что мы имеем дело со святым Богом. Мы подходим, как вот в этой же самой главе, в 12 главе послания к евреям. Вы приступили не к тому периоду, не к той горе, которая в Ветхом Завете, не к Синаю, вы приступили к Сиону. Вы приступили к более, скажем так, вы приступили ближе к присутствию Божьему. Если те были наказуемы за непослушание, то тем более будете наказуемы вы. Потому что Бог святой. И как бы вы ни хотели бы, допустим, но о Божьем гневе в Библии написано гораздо больше, чем о Его любви. О любви Божьей много написано. Бог есть любовь. Вам нравится это. Но Бог еще, помимо этого, святой Бог. Поэтому все то, что будет не соответствовать его нравственной природе, оно не будет просто попускаться. Оно будет, я бы так сказал, оно уничтожаться будет. Будет уничтожаться. Он будет делать все, зависящее от него, для спасения тебя. Но если ты не будешь расставаться с этой бородавкой внутри себя, то эта бородавка будет выжжена в тебе. И даже может ценой твоей жизни. Следующее. Итак, мы говорили с вами, что Бог отделен от всего тварного. Бог отделен от всего тварного. То есть он как святой, он инаковый. Инаковый, то есть не такой, как все вокруг нас. И это, в свою очередь, приводит нас к поклонению. Мы поклоняемся инаковому, святому Богу, не созданного нами в нашем больном воображении, не слепленного руками скульптора, не нарисованного руками художника. Мы поклоняемся Богу единому, нетварному, вечному и невидимому, Отцов святого, в котором нету и тени перемены. Вот какому Богу мы поклоняемся. И святость его это, то есть отделенность от всего тварного, к этому нас побуждает. Следующее. Отделение Бога от всего греховного и безнравственного приводит нас автоматически к необходимости в покаянии и в освящении, то есть в подражании ему. В подражании ему. Итак, Бог отделен от всего греховного, а значит и нам, как творением Божьим, как носителем образа Божьего и подобия, необходимо соответствовать определенному стандарту, явленному во Христе. А как это сделать? Через постоянную метаморфозу, через постоянное видоизменение своих мыслей, своих чувств, своих слов, своих действий, своих поступков, своего бытия. Понятно? Это покаяние. Это морфоза, да. Изменение модуса своего бытия полностью. Изменение мышления, изменение своих состояний, своего сердца. Ну, допускал ли бы Бог такое? Хотел ли бы Бог, чтобы вы с таким пришли к Нему? Хороший момент такой. Хотели бы вы умереть сегодня вот такими, какие вы есть? Так себя надо проверять. Готов ли ты сегодня умереть? Нет, войти, да, войти туда. Остаться таким всегда. Готов ли ты? Или нет? Или в тебе еще есть то, что нужно исправлять? А значит, он даст тебе еще жизни по своей милости. Не с целью, скажем так, чтобы ты использовал это для себя, а с целью, чтобы ты лучше трудился внутри своего сердца.
Потому что там уже исправить ничего будет нельзя. Мы все исправляем здесь. И покаяние – это не просто единократный акт, а покаяние – это образ жизни верующего человека. Если мне сегодня не в чем покаяться, это большая проблема. Большая проблема. Я должен в каждом дне каяться, то есть соглашаться с тем, что я не всегда соответствую требованиям божественной святости. Не требованиям людей вокруг меня, потому что Бог верен, а всякий человек лжив, а соответствую требованиям Его святости, понимаете? Я с людьми могу находиться в состоянии напряжения такого, скажем, ну, нормального, разумного, в плане несоответствия каких-то убеждений. Но я должен в мире с Богом быть, прежде всего. Потому что не все меня могут любить. Это нормально. А если меня не любят еще лишь только потому, что я являюсь камнем преткновения или костью в горле для кого-то, это нормальный эффект, хороший эффект. Значит, что ты идешь по правильному пути. Горе вам, написано в Библии, Иисус говорит, если все будут относиться к вам хорошо. Это угодничество. Такое. Мы не человекоугодники. Мы угождаем не человеку, но Богу. Но если я угождаю Богу, то я автоматически, и более, как вот мы говорили опять-таки, становлюсь более вмещающим других. Это не отдаляет меня от других, не превозносит над другими, а наоборот дает возможность ближе, более ближайшего, так скажем, контакта и отношений. И освящение, да, то есть я вижу, что так Бог бы себя не повел. Иисус бы так не поступил. У меня есть хороший пример. Образец. Я стремлюсь в этом, ну как, я стремлюсь это как бы имитировать этот образец. Вот смотрите, у Павла есть такие слова. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот кто-то из вас мог бы так сказать? Я нет, наверное, тоже не взял бы такое моральное право на себя так заявить. Подражайте мне, как я Христу. Павел берет на себя такое право. Вот. То есть он говорит, я живу, живет во мне Христос. Подражайте мне, как я подражаю Ему. Вы не видели Христа, но я вам Его являю. Я своей жизнью показываю вам Его. И вы видите меня, а во мне видите Его. То есть, если люди в нас видят Бога, так можно сказать, видят в нас, мы даем людям оптически увидеть невидимого Бога, который есть Дух. Будучи богоносцами, мы носители Бога. Написано, вы суть храм, живущего в вас Святого Духа. Вот. Поэтому, где бы вы ни являлись, ну так скажем, приходит Бог с вами. Если вы в нем, а он в вас. Либо приходите вы одни. Но когда вы приходите и с вами приходит Бог, то атмосфера меняется. И люди оптически начинают видеть. И вы можете сказать, подражайте мне. Я хотел бы подражать такому человеку. В терпении, в кротости, в смирении, в стабильности, в устойчивости, в любви, в благости, в милосердии. Такому человеку хочется подражать. С такого человека хочется брать пример. Живым примером увлекается сердце. Так, двигаемся дальше. Ну, в этом же контексте, да, что человек, себя настраивающий в таком состоянии, вот, это следящий за своим сердцем. И чистым сердцем Богу взгляд. Богу взгляд. А человек, отделяющий себя от мира, Бог говорит, что общего у праведности с беззаконием. Не преклоняйтесь по чужой ярмо с неверным. Многое в жизни христианина является отягощающим, обременяющим его, не дающим святой природе Бога выразиться через наши жизни.
где-то увлеченность наша мирскими какими-то ценностями, где-то наша гордыня, где-то наши привязанности к кому-то или к чему-то. Все это является твердынью, которую очень сложно пробить. Итак, видно вам, да? Итак, Бог Святой, и для отношений со своим народом он выстраивает целую религиозную, назовем так, систему. Мы говорим об этом. Вы читали, вот, допустим, в Библии, в Пятикнижии, такие книги, как «Исход» и «Левит». Такие книги. Вот там описана религиозная система, там описаны вот эти религиозные законы, которые необходимо было соблюдать евреям. Для нас сейчас они, ну, так скажем, сильно не имеют значения, но мы через них видим, как Бог учит людей тому, что они приступают к Богу, к отношениям со святым Богом. И первое, что создает Бог, святой Бог, он создает сакральное пространство. Об этом написано в книге Исход. Очень подробно, вплоть до мелочей, как устраивается скиния. Как устраивается скиния. Материалы, вот, опоры, крючки, все подробно. Это место особенное. Особенное место. В особенном месте будет пребывать кто? Особенный Бог. Особенное, отделенное место. Отделенное от всего, что вы будете видеть вокруг себя в стане. В стане. В этом месте будет пребывать святой Бог. Далее, в этом особенном месте будут приноситься особые жертвы. Не абы какие, а специальные. И там четко прописаны, какие и когда. То есть ты не просто чертополоха пошел, нарвал и принес, и кинул туда ему за ограду. Вот. Он, это коровье может идти, тут она есть не будет. Его мучает. Нельзя просто так ко мне приступать, а вы с чем? Я Бог святой. Значит, входя в мое святое присутствие, на сакральную территорию ты должен принести определенные священные жертвы. И делать это не кто-нибудь должен, а специально обученные-отделенные люди. Кто это будет? Священники. Итак, у нас есть с вами сакральное пространство. У нас в этом сакральном пространстве есть жертвы, и у нас есть целый институт священства, вот, которое отвечает за правильность соблюдения всего этого процесса. Вот Израиль находился тогда на уровне, так скажем, своего младенчества. И им нужны были образы, им нужны были наглядные, видимые процедуры, так скажем, через которые бы вот эта абстрактная идея, абстрактная духовная истина о Божьей святости могла бы быть более доступна и понятна, понимаете? Поэтому, когда во святое святых сыновья Аарона входят с чуждым огнем, они моментально были уничтожены. Бог показал таким образом, что нельзя нарушать установленные церемониальные законы. Почему вы вторгаетесь на то пространство, на котором его присутствие? А его присутствие связано с его святостью, его природой. Это учит нас. Мы смотрим на Ветхий Завет и думаем, да тут понаписано все это, что это. Конечно, читать сложно, да и особо как бы глубоко вникать тоже. Но идеи, нужно понимать, что сейчас ты тоже входишь в его присутствие.
И как ранее люди входили и готовились долго, мне также нужно подготавливать, что теперь, если Иисус говорит, состоять территорию своего сердца. Да. Мне теперь нужно готовить не внешний двор, а мне теперь нужно готовить внутреннее состояние своей души, своих мыслей. Вот там я это совершаю. И если это делается с нечистотой, лукавством, лицемерием, озлоблением, обидами, огорчением, грехами, то все это будет чем мерзостью написано в глазах Бога. Молитва или жертва человека, находящегося во грехе, мерзость в глазах Бога. Поэтому это очень серьезно остается. Несмотря на то, что сделал Иисус по отношению к грешникам, несмотря на излияние Святого Духа, Бог не меняет своей святой природы. И как Он оставался святым в Ветхом Завете, так Он остается и в Новом Завете святым. И, конечно, сейчас уже нет места вот этого. Нету жертв конкретных таких вот животных. Нету института священства. Но теперь это сакральное пространство, это церковь. Теперь это сакральное пространство, это территория вашего сердца. Теперь это жертвы чего? Это жертвы вашего смирения. Это жертвы вашего посвящения. Жертвы ваших уст. Жертвы ваших финансов. Это жертвы ваших способностей. То есть это то, что, может быть, нельзя увидеть. Вот. Но то, что является реальностью. И ваше священство. Вы теперь являетесь теми людьми, кто вправе, тогда только вправе войти на территорию Божьего присутствия, вправе могли только потомки Аарона, специального семейства. А теперь вы вправе войти на территорию Божьего присутствия. Это одновременно привилегия и ответственность. Да. И ответственность. Хорошо. Так. Значит, посмотрим с вами вот немножко на Исаия. Давайте. Теперь в Новый Завет с вами перейдем, так вот видно будет там. Новый Завет. Значит, мы немножко вот о Ветхом Завете говорили. Ну что, скинии нет. Построили храм. Храма не стало. Вот. Институт священства упразднился. Бог не перестал быть святым Богом. И теперь, как написано, в приближающихся ко мне я освящусь. Вот ты приближаешься к Богу, молишься, стремишься к Нему всей душой, пытаешься расположить свое сердце, сблизиться с Ним, и Он освящается в тебе. То есть это происходит через отделение тебя. Отделяет тебя все ближе к себе от всего того, что препятствует и мешает. И ты становишься человеком святым. Святой человек в Новом Завете – это не тот, над которым нарисован нимб. А святой человек в новозаветных категориях – это человек, отделенный для Бога. Это человек, еще не достигший высокого нравственного уровня. Это допускается. Но это уже человек, вышедший из мира. Это уже человек, на котором, так скажем, на котором несущий имя Христа. Вот имя Бога свято. Евреям в свое время было запрещено произносить имя Бога в суе. Напрасно. Подвергать его как бы богохульству. Христиане – это те, на ком наречено имя Бога. То есть вся наша жизнь – это постоянное требование к тому, чтобы мы освящались подобно Ему, как и Он свят. Либо мы не христиане, то есть тогда не называйся христианином, не употребляй его имени. Почему? Потому что ты сквернишь Бога. Но если Он для себя тебя отделил,
ты еще не стал совершенно нравственным. И у тебя еще проявляются какие-то, так скажем, слабые стороны, или ты совершаешь какие-то еще грехи. Но у тебя уже есть устойчивое желание в них покаяться, а у Бога есть устойчивое желание сделать тебя лучше. Итак, в Новом Завете святой человек – это отделенный от и для. От греха, от мира, к для Бога. Для Бога. Все, что принадлежит Богу, все, что приближается к Богу, уже характеризуется святостью. Давайте это запишем. Все, что касается Бога и приближается к Нему, характеризуется святостью. Все, что приближается к Богу и касается Его, характеризуется святостью. А в Новом Завете используются такие образы святости, как свет и огонь. Свет и огонь. Так, свет и огонь. Я, кстати, не рассказал вам эту историю про императора и одного из учителей христианства. А? Прообраз. Ну вот как. Он спросил, кому вы поклоняетесь, да? Он сказал, покажи мне Бога, да? Он сказал, вот ему можешь ли ты посмотреть на солнце? Mm-hmm. Нет. Ну ты не можешь там выйти на солнце смотреть? Так, как ты можешь увидеть тогда Бога, если ты даже не можешь смотреть на солнце, которое он создал? Mm-hmm. Почему? Потому что Бог есть свет. А яркий свет он слепит. Поэтому мы даже закрываемся от солнца, а Бог, сотворивший солнце, гораздо ярче, на него смотреть гораздо сложнее и болезненнее. Нам, как людям. Ну и огонь, да? Вот огонь тоже, как и Бог, есть огонь поедающий. Не оставляющий грех без наказания, без внимания. Долготерпение просто есть у него. А мы не должны пренебрегать богатство благости, милости и долготерпения Божьего, зная, что это все ведет нас к покаянию. А не думать о том, что ну, Бог не заметит и как-то все это простит. Итак, делаем с вами по этой теме вывод и пойдем с вами на переменку. В отношении величества Божьего человек никогда не может уподобиться Богу. То есть настолько вот его святость в категориях величественности недостижима для нас. Но святость Божья в категориях нравственности для нас достижима. Святость Божья в категориях нравственности для нас достижима. Призыв такой звучит. Будьте святы во всех поступках. Будьте святы, потому что я свят. Потому что я свят. Что это бы, так скажем, более поконкретнее обозначало? Смотрите. С точки зрения нравственного превосходства у нас нету планки. Ты можешь быть с каждым днем все лучше и лучше, все более нравственнее и нравственнее. Да, Иисус еще такие слова скажет. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Совершенство человека в Новом Завете подразумевает под собою взросление. Взросление. И достижение
своего предназначения, своей, так скажем, своего предназначения, да, то есть достижения той цели, которую Бог поставил перед тобой. Вот слово там на греческом, которое используется, будьте совершенны, это слово звучит как телиос. Телиос – это цель. Цель, возрастание, совершенствование, достижение. Такими словами переводится оно. Будьте совершенны, это значит, ну, можно так было бы сказать, взрослейте и достигайте своего предназначения. И эти слова Иисус говорит в контексте любви к врагам. Он говорит, любите врагов ваших, благотворите обижающим, да? И так вы будете подобны Отцу вашему Небесному, который дает дождь на праведников и неправедников. Почему? Потому что если мы любим только тех, кто любит нас, мы язычники. Мы язычники. Если только ты мне, я тебе, мы не христиане. Но если ты не мне, но я тебе, а ты опять не мне, а я тебе, вот. Почему? У тебя дефицит, у меня профицит. У меня с избытком, у тебя нехватка. Я отношусь к тебе как к человеку немощному, неполноценному. Что от тебя можно ожидать? У тебя этого нет. Но я дам тебе это. У меня этого с избытком. И он говорит, взрослейте. Будьте совершенны, как совершен ваш Отец Небесный. Растите. И когда вы будете расти духовно и взрослеть, то вы сможете любить тех, кто к вам относится не так, как вы ожидаете. И вы будете их где-то прощать, вы будете где-то к ним относиться снисходительно, вот, и где-то будете, так скажем, покрывать их вот эту вот неполноценность. Вот. Итак, нравственно мы можем возрастать во Христе без ограничений. Тут ты никак не ограничен. Не ограничен. То есть лучше, лучше и лучше ты можешь быть. С каждым днем. Аминь. 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 Ну хорошо, давайте пойдем на переменку.